Добрый день. Приехали в Турцию. Сиды. Вот зашли в магазин Мигрос. Или Мигрос. Как правильно. Кофе. Латте. 67 рублей. Десять штучек. 18 грамм. 180 грамм. Каких только нет, у нас вообще нет таких ни с кафе. 67 рублей получается, 6, 75, 8, 45. Такие большие 24. Мороженое 22, 20. Умножать на 10 надо. Форма 45 рублей на наши деньги, дорого. Очень дорого. Мы по 16 берем мороженое. Ну, да. Феликс 16, Феликс 16. Дорого получается. Масло. Что у них тут? Оливковое. Блин, оливковое 65, 66. Такие 104 рублей на 2-литровое. Кукурузное масло 250 рублей. Вот маленький 27, 270 рублей. Угу. Тут разные виды. Вот в железных, говорят, самые такие лучше. Он где 76, это 760 рублей на наши деньги. Он 95, большие, 950 рублей. Дорого. Он по 10,50 в банках. А мы в тот раз были в Алане. Что-то там или 13, да? А вот это дороже, наоборот, было. Алкоголь? Нет. Нельзя туда. А. О чем сказал? Гранаты, вино. 580 рублей. Охренеть. 490. Сейчас у них с пятницы по понедельник комендантский час. И с 9 вечера пятница до понедельника, до утра вообще на улице нельзя с отеля выходить. Дают код, и с этим кодом можно. Нельзя вообще. Да? Полностью нельзя сейчас. А что тебе так светло? Как? Знаешь, и будет. Что это есть? На паузу нажал? Нет. Пауза. А вот тут пауза должна быть. Чего-то мне нажимается. Вот. Что ты сделал? Груша. 87 рублей. Мандарины цены нету. Это хороший мандарин. Да вот 5,90 мандарины, да вот 5,90. Это 59 рублей, что купил. Ну, нормально, что мандарины, я знаю, классно. У нас в отеле закормили.
Ну да. Чего-чего, мандарины там. Каштаны. Каштаны нет. 340 рублей. Фундук. 230 рублей 500 грамм. Картошка. 20 рублей килограмм. Вот это вот кофе мы покупали. Хорошее. Молотый в зернах. Так вот сколько он тут стоит? 220 рублей в большой банке. 645, 640 рублей. Это маленький вот пакетик. 250 граммов. Хороший кофе. Тут любители оливок. А знаешь что, Олег? Пойди сюда. Вот гранатовый это соус. Соус гранатовый. Сколько? А я не знаю, 3,95 или 5,15. Вот, нар. Вот, нар. Я сам 3,95. Не хочешь взять? 4 лиры. Ну, не знаю. Давай, возьмем. Ну, бери. Возьмем. Ну, что-то хорошее. Попробуем. Так, все. Всем пока. Пока, Лев. Да, пока.